Поэма называется «Тарабарас», и подзаголовок имеет «Опыт интерпретации классического текста». Идеал убежал. Нет, лучше ритмически. Идеалы убежали, смысл исчезнул в бытия, и подружка, как лягушка, ускакала от меня. Я на свечку, в смысле приобщения, как драгоценная церковность, свечка в печку. Я за книжку, в смысле возлагания надежды на светскую, гуманитарную культуру. Да бежать и в припрыжку под кровать. То есть современная культура оказалась подчинена не высокой духовности, коим сыскует лирический герой, а низменным страстям, символизируемым кроватью, как ложем страсти, эрос, смертным адром, танатос, и местом апатического или наркотического забвения, гипноз. Мертвых воскресенье чаю, к чистертону подбегаю, но пузатый от меня убежал от огня. Боже, Боже, что случилось? Отчего же все кругом завертелось, закружилось и помчалось колесом? В смысле нечанского вечного возвращения или буддийского кармического ужаса, дурной бесконечности, а через всякой безысходности. Гностицизм за солипсизмом, солипсизм за атеизмом, атеизм за гностицизмом, Дорида за Эмфуко. Дорида здесь помещен более для шутки, Эмфуко более для рифмы. Все крутится и кружится, и несется кувырком. Вдруг из всей всемирной склоки, позабытый, чуть живой, возникает древний логос и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, безобразный греховодник, ты чернее фарисея, вариант, ты наглее Саддукея. Влюбуйся на себя, у тебя на сердце злоба, на уме одна стыдоба, пред тобой такие виды, что сбежали аниды, и виды убежали от тебя. Рано утром на рассвете умиляются мышата, и котята, и утята, и жучки, и паучки. Ты один не умилялся, а кичился и кривлялся, и сбежали от кривляки и утехи, и стихи. Я великий древний логос, коим созидался мир, форм предвечных устроитель, слов и смыслов командир. Если я тебя покину, отзову моих солдат, в эту комнату иные посетители влетят, и залают, и завоют, и зубами застучат. И тебя, дружок любезный, не пройдет 5 минут, прямо в бездну, с головой окунут. Он ударит в медный таз, коим по мысли лирического героя все накрылось, и вскричал «Тарабарас!» В каком смысле? Непонятно. И сейчас же в угрызении, сожаление и прозрение принялись меня терзать, приговаривать. Судим дезертира, за побег от командира, за отказ ему служить. Жить, дорожить и не тужить. Тут либидо подскочила и вцепилась промеж ног, и юлила, и скулила, и кусала, как бульдог. Словно от бейсбольной биты я помчался от либидо, оно за мной, по юдоле, по земной. Я к эдемскому детсаду перепрыгнул через ограду, оно за мной мчится, застит вещи зеницы. Друг навстречу, мой хороший, шестикрылый Серафим, и презрительные рожи корчит Пушкин рядом с ним. Ну-ка живо, вишь и в небе, возглашает Серафим, а потом как зарычит на меня, как крылами застучит на меня. Ну-ка, братец, не дури, говорит, и спасибо говорит, а не только улечу, говорит, и назад не врачусь, говорит. Как пустился я по улице бежать, прибежал к порогу к отчиму опять. Смысла, домогался и молил, копоть смыл и суть очистил. Воздух застывший отскоблил, и сейчас же краски, звуки зазвучали в тишине. Восприми нас, глупый злюка, осторожней и нежней, а за ними и стишок, сочини меня, дружок, а за ними и рот. Оставляем рифму в рот. Вот и книжка воротилась и тетрадь, и поэтика пустилась с метафизикой плясать. Тут уж логос не знает.
начальник, воин созидался мир, хора древнего начальник, слов и смыслов командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил: вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, сынуля, логопеду угодил. Надо, надо Бога славить по утрам и вечерам, а не чистым нигилистам, вариант, а засранцам вольтерианцам. Стыд и срам, стыд и срам, да здравствует истина чистая и красотища лучистая, истое наше добро, вечное наше перо. Давайте же, братцы, стараться, не злобиться, не поддаваться, в тоске, в бардаке и во мраке, в чумном бесконечном бараке, и паки, и ныне, и присно. Вечная слава, вечная память, вечная слава жизни. Подымайте медный таз.